рыбинской школьницы, изнасилованной в Италии, все-таки придется вернуться на родину. После громкого скандала руководство Международного фонда «Интеркультура», по гранту которого училась девушка, выполнило свои угрозы и досрочно расторгло с ней договор. Причиной столь спешного решения представители фонда назвали некорректное поведение россиянки. По их мнению, она виновата не только в том, что нарушила правила и уехала на ночную дискотеку, после которой и произошло групповое изнасилование, но и в том, что не стала скрывать произошедшее. В фонде считают, что 17-летней девушке по этическим соображениям лучше сейчас находиться в России. Однако сама Ангелина и ее мама, которая сейчас находится вместе с ней в Италии, покидать страну категорически отказываются. Хотя дело взял под контроль Павел Астахов, уполномоченный по правам ребенка, россиянки не без оснований боятся, что в их отсутствии дело замнут. Сейчас ставится вопрос об аннулировании визы школьницы. А это значит, что Ангелине в любом случае доучиться в Италии не дадут. В начале ноября в Россию возвратится мама школьницы, правда, с дочерью или без, пока непонятно.